Родине, нашей стране, всем павшим воинам, всему миру за то, что мы с вами русские, и это наша страна, которую мы очень-очень любим. Давайте вместе! Россия! Ура! Неуклонно. Нам жребий выпал жить во время оно и сознавать, что все, увы, не ново, что род людской враждой напитан снова. О, это знание в поздний час или ранний, которое транслируют экраны, что боль не отменить и не отсрочить, оно в нас долго будет кровоточить. Каждое столетие с незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным Западом. И каждый раз народ, подвиг простого человека во имя любви к отчизне, предопределял победу русского оружия. 17 век, польско-литовская интервенция и Нижегородское народное ополчение, изгнавшее врага из столицы. 18 век. Северная война, победа Петра I под Полтавой. И на карте мира появилась Российская империя, обладающая мощной регулярной армией и флотом. 19 век. Нашествие Наполеона. Первая Отечественная война, когда партизанское народное движение сыграло решающую роль в уничтожении многонациональной наполеоновской орды, которая превосходила русскую армию в 3 раза. В великой армии Наполеона французов было не больше половины. Остальные – представители 20 европейских государств. 20 век. 2 мировые войны. Самые кровопролитные в истории человечества. История себе не изменяет и сегодня. В начале 21 века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру: не воюйте с русскими. Завтра особенный день. За этот год мы вновь осознали, что у России лишь 2 настоящих союзника – армия и флот. Но сила и несокрушимость воинства всегда основывается на вере и любви народов своих защитников. Сегодня мы вам расскажем и покажем героев специальной военной операции. Старший лейтенант Сергей Ломов, участник ополчения с 2014 года. Когда началась спецоперация, его командира туда вызвали, он, не задумываясь, отправился вслед за ним добровольцем. Сергей рос на Украине, но выбрал сторону народа Донбасса и обрел отца, с которым был разлучен в раннем детстве. Приглашаем, Сергей. Давайте поаплодируем нашим героям. Этот год был очень тяжелый для нас. Каждый из нас разочаровался кто в родственниках, кто в близких, друзьях, кто в товарищах.
Украина хотела нас уничтожить, и нам пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить свои семьи, детей, женщин, стариков и нашу землю. В госпитале после тяжелого ранения я обрел отца, которого не видел с раннего детства. Многие из нас, кто находится на фронте, потеряли очень близких не только по духу, но и по сердцу. Извините, волнуюсь. Мы вас все равно поддерживаем, в любом случае мы все волнуемся. За этот год я хотел сказать, что каждый из нас обрел семью не только по родственному, не по родственной крови, а обрел семью с названием «Россия». Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Осенью 22-го года отчизна позвала в строй верных сынов. Артем Пономарев один из таких мобилизованных. В день проводов в армию дед подарил ему алюминиевую кружку с надписью «Боец, ни шагу назад». И этот наказ деда Артем выполнил. В конце января, выполняя задание, его бригада была атакована укрнацистами. Артем доставал раненых, оттаскивал их в окоп, спасая от прямых обстрелов. Пытаясь перетащить своего друга, был обстрелян и получил тяжелое ранение головы. Боец 254-го мотострелкового полка штурмового отряда батальона «Штурм» Артем Пономарев представлен за свой государственный, за свой подвиг государственной награде. Давайте дадим ему слово. Поприветствуем! В первую очередь хочу выразить слова благодарности и поддержки нашим ребятам, которые прямо сейчас потом и кровью приближают нашу победу в зоне специальной военной операции. Братья, мы вместе, и шаг за шагом мы отстоим правду и силу русского народа. До СВО я и подумать не мог, что стану военным. Жил обычной жизнью, учился и много работал. Фронт – это не только передовая, а передовая – это не только управление орудием. Фронт – это мы все, каждый из нас, здесь и сейчас. И чем раньше каждый из нас это поймет и начнет делать все для передовой, что в его силах, тем быстрее мы вычистим наши земли от этих нелюдей. Я хочу сказать отдельное спасибо врачам и медсестрам, которые с нами на фронте и, рискуя своей жизнью, спасают наши. Низкий вам поклон. Артем, Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо, гордимся вами. Спасибо, спасибо. Григорий Лепс, как никто другой, знает, что для выздоровления раненых нужны не только врачи, но и артисты, которые своих не бросают. Не подведи ее, сзади нас.
начали спецоперацию, чтобы защитить русских людей. Но мы столкнулись с циничным врагом. Прикрываться мирным населением как щитом – их обычная практика. Методично обстреливать натовскими снарядами города, мирные города – тоже их обычная практика. Их не останавливает то, что они разрушают больницы, школы, жилые дома, автобусные остановки. 6 декабря одной из 9 жертв украинских градов прямо в сердце Донецка оказалась Мария Пирогова. Волонтер, которая много лет находилась в эпицентре людских бед. Вывозила, согревала, утешала и радовала земляков своим творчеством. Мой город пропавший порохом, мой город слезами в тот день Мария ехала в студию, чтобы записать вот эту новую песню, которую мы с вами только что услышали. А слова для этой песни написала ее мама, Майя Пирогова. И она сегодня с нами. Спасибо вам за дочь. Спасибо вам за то, что воспитали настоящего патриота нашей страны. Спасибо. Дорогие друзья, добро делать здорово. Так всегда говорила моя дочь Мария Пирогова. Каждый из вас может помогать людям. Для этого нужно только оглянуться вокруг. Если вы начнете помогать хоть кому-нибудь, особенно если станете помогать детям, которым больше некому помочь, это изменит вас внутри, в первую очередь. Важно, жизненно необходимо продолжать дело Маши. Оглянитесь вокруг. Рядом с каждым из вас может оказаться тот, кто нуждается в нашей, вашей помощи. Спасибо вам. Спасибо вам огромный и низкий поклон за воспитание такой потрясающей дочери. Спасибо огромное, спасибо. Виктория Дайнеко, Наталья Качура и балет «Тодес» с песней «Мой город».
мальчики. Снова колокол бьет набат. Записался до смерти в дольщики. Твой когда? «Запомни меня живым». Эти строчки Петра Казакова призывают ко всем нам верить в победу наших солдат. Давайте так поддержим! Как настроение, лужники! Слышим вас! Я осколочным получил назначение в полк. Бессмертный. И покуда прощальный гимн музыканты не отыграли, ты запомни меня живым, а не строчкой в мемориале, тем, что верил, любил, служил, а таким, как и я, ребятам не по крови, по жизни был и навеки останусь братом. Не грусти, вспоминай меня не в снаряге и грубых берцах, а далеким от арт огня, славным парнем с открытым сердцем. Только тот, кто сражался сам, шел вперед, не жалея силы, знает цену святым словам. Мама, Родина, дом, Россия. Исполняя сыновний долг, под раскаты последней битвы я вступаю в бессмертный полк, чтоб земля не сошла с орбиты.
Боевой путь добровольца Алиаса Авицба начался в 2008 году, когда Грузия начала военные действия против Абхазии. С началом СВО он присоединился к интернациональной бригаде «Пятнашка». Благодарная Донецкая Народная Республика наградила его Георгиевским крестом третьей степени. Настоящий горец должен защищать правду и справедливость, а значит, Россию и свой народ. Добрый день, Москва! Добрый день, Россия! Дорогие друзья, в первую очередь я хочу поздравить с праздником и передать привет, выполнить свое обещание всем ребятам, которые в данную секунду находятся на передке. Ребят, привет вам! Я приехал в Донецк с началом специальной военной операции. Меня привело туда чувство долга и благодарности перед народом России и народом Донбасса. Я увидел своими глазами результат деятельности неонацистов. Это истерзанные дети, женщины, старики, сожженные, разрушенные города. Это сподвигло всех нас взять в руки оружие и встать на защиту, ибо это у нас в крови защищать. В крови у всех русских, абхазов, осетин, чеченцев, татар, бурятов, всех нас. Помогать. Интернациональная бригада «Пятнашка» в своих рядах объединила представителей всего бывшего Советского Союза. Нас объединяет одна священная цель – защитить свой общий дом. Древняя абхазская мудрость гласит: «А сейчас злом тазадгил псадгилдзам баша нышу». Земля, не окропленная кровью, не может быть родиной. Это просто земля, сырая земля. Так земля, за которую мы сегодня сражаемся, она не просто окроплена кровью, она насквозь пропитана кровью наших предков, а теперь уже и нашей кровью. А это значит, это наша общая родина. И мы обязаны победить. И пусть никто не сомневается, мы обязательно победим. С праздником, друзья! Аля, спасибо большое, спасибо! Шахтер Константин Кузьмин, командир 3-го батальона территориальной обороны имени 383-й шахтерской дивизии. В 2014 году Кузьмин выдвинул ультиматум Киеву: если в течение 48 часов не будет прекращена карательная операция и не будут выведены украинские войска, шахтеры сменят отбойный молоток на автомат. Кузьмин сдержал свое слово. Шахтеры создали батальон и назвали его так же, как когда-то называлась дивизия шахтеров-уроженцев Донбасса в Великую Отечественную войну. С 2014 года за плечами подразделения Кузьмина защита Дебальцево, Иловайска, Марьинки. Сегодня они работают на угледарском направлении. Слово комбату Константину Александровичу Кузьмину, кавалеру Георгиевского креста 4-й, 3-й, 2-й степеней. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие братья и сестры. Ровно 9 лет назад киевская хунта своим решением решила убивать, уничтожать нас, жителей Донбасса. На нашей донбасской земле пролилась кровь мирных граждан, кровь детей. Они убивали каждый день. Они рассказывали о том, что это русская пропаганда, что никто никого не убивает, что это все ложь. Но за ихней ложью за 9 лет погибло более 15 тысяч жителей, мирных жителей. Вот поэтому в 2014 году мы не могли поступить иначе. Все мы, все те, кто стал на защиту наших семей, нашей родины. Мы стали за будущее наших детей. А будущее, естественно, где донецких, донбасских,
всех нас, Донецкой Народной Республики, Луганской, это только в России. Это путь, который будет обеспечен нашим детям, даст будущее. Поэтому сейчас мы стоим плечо к плечу на самом переднем крае. Мы выполняем свой долг, мы защищаем свою землю, свою родину. Нам нельзя поступить иначе. За нами наша Родина-Мать. Я знаю одно, что победа будет с нами. С наступающим вас праздником! Константин, спасибо огромное! Кстати, за Константина защищать свою землю вслед отправилась его дочь и стоит на страже. Это семейное, это мы все обязаны. Спасибо. В зоне проведения специальной военной операции действует объединенная группировка Вооруженных сил России и Росгвардии. Под началом полковника Александра Белоглазова бойцы отряда «Витязь» только за первые два месяца спецоперации сумели овладеть 18 опорными пунктами противника, подавили свыше 50 огневых точек, уничтожили 30 единиц бронетехники. Полковник Белоглазов не только лично командовал этими операциями, уничтожив 15 боевиков, но и под минометным обстрелом противника вывел из огня бойцов. Встречайте! Герой России, начальник центра специального назначения «Витязь», полковник Александр Белоглазов! Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы защищаем наш народ и нашу мирную жизнь. Не мы объявили эту войну, но мы приняли вызов. Мы приняли вызов и готовы в очередной раз доказать, что выстоим и выдержим все трудности и испытания. Несмотря ни на что и вопреки всему, и победим. И сегодня наша главная задача – стать сильнее. Потому что быть сильными – это гарантия национальной безопасности нашего государства. Спасибо. Спасибо огромное, Александр, с праздником! Спасибо! И мы всей страной ждем одну нашу общую победу и верим, что она будет точно за нами. Да? Не слышу вас! Потому что наше дело правое! Враг будет разбит, победа обязательно будет за нами! Сейчас сложное время, сейчас так называемый западный цивилизованный мир ополчился на нас, но мы одной крови, и мы победим! Желаем нашим ребят удачи в бою! Потому что, как сказал Руслан, мы все с вами одной крови. Пожелай мне удачи!
просить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Мне хотелось остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня. Марта 2022 года во время разведывательного рейда в тылу противника погиб 24-летний Иван Лукин, поэт и актер. Его подразделение попало в окружение, и в течение суток под постоянным пулеметным огнем Иван сдерживал превосходящего по численности противника. Он защищал мирных жителей, которые прятались в подвале. На следующий день, прикрывая отход своего подразделения, Иван был убит снайпером. Вот последнее сообщение отцу от пулеметчика роты разведки гвардии матроса 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Ивана Лукина. Ну что ж, мы отправляемся. Как обычно, все неожиданно, внезапно, поэтому... Что поделать? Отношусь потом с улыбкой, с пониманием. Где наше правое. Всем привет. Обнимаю, целую. Сегодня вместе с нами отец погибшего героя, кавалера ордена мужества Ивана Лукина, Борис Иванович. Вам слово. Мой сын оставил стены литературного института и ушел защищать отчизну, как его прадед и дед в годы Великой Отечественной. В 45-м они победили фашизм. В победном строю был мой отец и мой дед. Сейчас, когда я разбираю архив сына и готовлю публикации его произведения, я особенно остро понимаю, насколько глубоко он понимал смысл своей жизни. Поэтому рождались у него такие строки. «Этот путь мне завещан Богом, этот путь созидает меня. Быть достойным наших павших – это одна из задач наша с вами. А кроме этого, наша задача – все делать для победы.
только ради победы. Каждый удар нашего сердца за победу, каждый удар, каждое дыхание. Мы должны победить, мы не можем не победить, и мы будем победителями. Так я живу, отец солдата. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Во славу несокрушимого русского солдата, легендарная группа «Любэ». Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди, все вперед и вперед, рота прет наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти, ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Напишите письмецо, нет его дороже для бойцов. Напишите пару слов, вы девчата для своих пацанов. Солдат уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, 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 солдат. Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди, на рассвете нам в бой, день начнется с тобой. Третьи сутки в пути, кто бы знал, что нас ждет. Третьи сутки в пути, и рассвет настает. Напишите письмецо, как живет там наш родимый дом. Издалека-далека принесут его мне облака. Солдат уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою. Чтобы не умирать.
Кидаем там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Кидаем там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат. У специальной военной операции есть свой неофициальный гимн 333. Его написал полковник в отставке, ветеран боевых действий, а сейчас волонтер, тамбовчанин Александр Ванюшкин. Александр Ванюшкин – это Василий Теркин наших дней. Всем привет! Я просто взял гармошку и поехал на фронт поднимать дух наших бойцов. Потому что защищать свою родину – это не только выбор, это священный долг каждого человека. И если армию поддерживает весь народ, эта армия непобедима! Спасибо нашим бойцам, которые выполняют свою героическую работу. Спасибо тем, кто кует нашу победу в тылу. С песней мы победим! Ну, а для тех, кто против нас, у нас один ответ. 333! И как говорят на передовой, работаем, братья! Четко корректирует краткий солнцепёк. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. На машине с надписью «Мало, но был». По полю, по полюшку едет ВСУ. Четко корректирует смерч Искандер. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. На колесах гроб, а за этим и полюшком бывший хулиган четко корректирует смерч и ураган. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. 333 с ночи до зари, за Россию матушку 333. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333.
У Азамата Турланова два деда были танкистами. Он тоже танкист, а с октября месяца капитан нового танка Т-90 «Прорыв». Азамат уже не раз оказывался в сложных боевых ситуациях, но каждый раз танк Т-90 «Прорыв» показывал себя надежной машиной. Например, когда на башню танка упал снаряд с коптера врага, машина загорелась, танк Т-90 «Прорыв» смог проехать сам 173 километра, и экипаж остался цел и невредим. И сегодня с нами Азамат Турланов, командир танка. Т-90М «Прорыв» в моей части появился уже давно. Ну а в экипаж боевой машины я попал уже как на СВО. В этой замечательной машине есть большие преимущества. Имеется панорамный прицел командира, который может наблюдать за всей обстановкой боя. Ну и хочу поделиться опытом и сказать, насколько выживаемости боевой машины и его же экипажа. К примеру, подорвались на мине, но мы не остановились и продолжили. Вернулись в строй, и нас снова сбросили с коптера кумулятивный снаряд. Машина загорелась, но мы не остановились и своим ходом вернулись в базу ремонта, пройдя 173 километра. Хочу сказать, что оборона – это не только люди, не только солдаты, бойцы, а также оборона – это броня, железо. Хочу сказать большое спасибо оборонщикам, заводостроениям, что помогаете сохранить нам наши жизни и приблизить день нашей великой победы. Ура! Спасибо огромное! Спасибо! Вы знаете, я много видела бойцов на передовой, и у каждого из них, конечно же, теплел взгляд при воспоминании о доме, о любимой, которая хоть и далеко, но все равно любит и ждет. У каждой эпохи свои песни о любимых. Наших дедов и прадедов в Великую Отечественную войну согревала Катюша. А нынешний фронтовик, командир разведывательного взвода, разведывательной роты, старший лейтенант Николай Романенко написал свою. Ведь он уверен, что эту войну потомки назовут великой. Цветы на твоем подоконнике, а я с букетом влюбленный поклонник твой. Вы не даете мне покоя, даже во снах, моя Катюша, моя весна. Я видел сон, которым мы только вдвоем. Жаркое солнце, лето, водоем. И мы поем о том, как нам хорошо. Еще мгновение, и ты за руку с малышом. Я узнаю в его лице свое лицо. И слезы счастья, Боже, я стал отцом. Я тяну к нему руки, он улыбается. Но сквозь тревожные звуки я просыпаюсь. А мать-старушка плачет дома у окна. Сынок, проснись, в наш дом пришла война. Зазвенят ордена медали и гордо лягут на попу пылиться. Да я шучу, родная, что мне медали? Это все пыль, это все не имеет смысла. А я хочу, чтобы мой внук сказал Вове Дали. Это мой дед, он за родину отважно бился. И я не знаю, Катя, что будет дальше. Я знаю, что мы победим однозначно. И я не убоюсь полокать руки в кровь запачкать. Это война, и не мы ее начали. Но мы закончим, когда? Еще не точно. Зардеет ярко-красный флаг над Берлином. Ну а пока алая кровь орошает почву. Эту войну потомки назовут великой. Ты ходила песню за тобой.
нет блеска твоих глаз. Судьба так славно соединила души и так жестоко разлучила нас. Но я живой, живой, моя Катюша, назло врагам, предателям на зависть. Чтоб не сказали, ничего не слушай, мол, я погиб, ха, им показалось. Что бы ни случилось, главное помни, что мне кроме твоей любви ничего не нужно. И только дух мой фронтовой, я гордый воин, который очень хочет стать добрым мужем. И я вернусь, с порога тебя обниму, тихо заплачу, как будто по-детски. На нежный пальчик ваш колечко натяну, навеки ваш, Катюша, солдат советский. Проведения специальной военной операции обязательно берем с собой письма, которые пишут все граждане нашей страны от мала до велика. Нам здесь не понять, что значит в окопе этот исписанный ручкой листок бумаги. Но мы точно знаем, как важны солдату эти строчки, как они в прямом смысле слова защищают их и приближают нашу общую победу. Солдат, мы с тобою совсем не знакомы. Ты в окопах сейчас, ну а я, конечно же, дома. Я пишу для того, чтобы просто сказать спасибо за спокойную жизнь и за мирное небо России. Тысячи раз представлял себя с тобою рядом. Мне повезло, я не слышал, как рвутся снаряды. Стойкость твоя и спокойная сила мужская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Завтрашний день принесет мне простые заботы. Школа, друзья, мама с папой вернутся с работы. А у тебя снова передовая. Ты вернешься, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Тысячи раз представлял себя с тобою рядом. Мне повезло, я не слышал, как рвутся снаряды. Стойкость твоя и спокойная сила мужская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой. Я не слышал, как рвутся снаряды.
много детей, и это непростые дети. Освобождение Мариуполя. Во время освобождения Мариуполя этих ребят спас ангел. Ангел – это позывной военнослужащего из Челябинска, отца семерых детей, Юрия Гагарина. В начале марта он отправился на передовую, хотя мог остаться дома. Этот год много рассказал о нас самих. Многие оставили свой привычный образ жизни и отправились добровольцами в зону проведения спецоперации. Юрий Леонидович Гагарин спас 367 детей в Мариуполе. Вот как это было. Сейчас все собираемся и быстро переходим эту дорогу. Все, не плачь, пойдем, не бойся, бери дядю за руку. Пошли. Давай, давай. Все, там безопасно. Юрий Леонидович, это те самые дети, которых вы спасли. А помните Аню Науменко? Она здесь сейчас хочет сказать важные слова. Спасибо. Анечка, умничка, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть Анюта, не стесняйся, можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря позывной ангел, правда? Юрий Леонидович, вам слово. Это дети. Дети Донбасса, дети Мариуполя. Это наши дети. И мы, российская армия, обязаны защитить этот народ и этих детей. Мы сильная армия. Мы могучая армия. Но нам важна ваша поддержка. Мы вместе. Мы победим. За нами правда, за нами Бог и наши семьи. Защитим нашу землю от серой чумы. Спасибо! Спасибо, ребят! Спасибо! Спасибо вам огромное! Спасибо! Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно, бесконечное синее море, что по морю по-синему лодка плывет, серебристым уловом богата, что над ним распростерся космический флот, снежно-белое, русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам. Милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю. И к моим сапогам подступает Азовское море. Мариуполь – русский город! Мы выкачали дикий
серед полонених. Руч попереду, руки за голову. Розгорнися, сідай, дозволено. Є розмова з холоду в полум'я. 8 років минуло вироком. Що тепер мені скажеш, іроде? Де ховати вас всіх могилами? Що робитимуть ваші сироти? Я стояв тут, стою тут і досі я. Як обіця нова Новоросія. Я не просив до вашого острову. Ти мене винудив пострілом. В цьому полумі втратили розуму, як тобі ці палаючі посліди, окривавлені досвідом, чи ти встиг помолитися Господу? Сонце за хмарами, чуєш зор за гарматулом вороком, то калібри летять примарами, лікарями українства хворого, працювати йде Україною, чудний доктор зі своїми рекрутами, без осталі червоною калиною, знову травень кровить з Маріуполем, моє місто Марії зі свічкою, зустрічає георгійське з свічкою, Бога матір зі свічкою, дочекалася сина у вічі. Розкажи та поляку про москаля, передай йому кожне слово. Це мій дім, це мій крит, це моя земля. Я також забираю мову. Накануне праздника Дня Защитника Отечества. В разные годы этот день был Днем Красной Армии, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, Днем Воинской Славы России. Но под любым названием уже более 100 лет, 23 февраля, русские люди чествуют наших защитников, защитников Родины, которые своими жизнями отстаивают свободу и независимость нашего государства, России. Во славу защитников Отечества! Олег Газманов! Привет, друзья! Петь будем, люди! Господа офицеры, по натянутым нервам я кордами веры эту песню пою. Тем, кто бросит карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры! Офицеры!
господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощайте нас. Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощайте нас. Офицер, офицер, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Спасибо! Так, ну что, не замерзли люди? А, давайте веселей, подвигаемся, а! Вдоль реки несет на службу боевую. Подъем, отбой, жару и в лед. Упал, отжался и вперед. Солдаты России, победа и сила. Час, и ворог станет у границы. Должна Россия верить в нас. Все как один мы будем биться. И вспомним дедов и отцов, что нашу землю отстояли. Пускай полмира против дали. Ну а пока в жару и в лёд. Подъем, отбой, отбой, подъем! Господа, готов, мы сдаем! Господа!
крыши, а кто-то дома тебя ждет. Девчонка письма где-то пишет, и ты взрослеешь на глазах. Тут год за 10 на гражданке, теперь весь мир в твоих руках. С тобой друзья на фото в рамке, пройдут года, и ты поймешь, не зря терпел жару. Освобождение Мариуполя – это эпичная страница нашей спецоперации. Дело осложнялось тем, что нацисты делали огневые точки прямо в многоэтажках, расставляя мирных граждан, стариков, женщин, детей на пути наших войск. Наша армия продвигалась буквально со связанными руками, стараясь сберечь жизни каждого мирного жителя, зачастую ценой собственной. В феврале 2022 года мужчины Донбасса оставили свои дома и пошли защищать Родину. Артисты Луганской филармонии поменяли свои музыкальные инструменты на автоматы. Подразделение филармонистов в числе первых заходило в Мариуполь и удерживало девятиэтажку. Это была ключевая позиция, потому что дальше был выход к морю. Благодаря взятию конкретной этой девятиэтажки Азов, националисты из Азова попали в окружение, и фашистов начали выдавливать из частного сектора. Слово артисту Луганской филармонии Анатолию Лаврентьеву, награжденному медалью за освобождение Мариуполя и орденом за воинскую доблесть второй степени. Анатолий, вам слово. Русское Мариуполе больше никогда не должно повториться на наших русских землях. Когда страдают наши женщины, дети, старики, неважно кто ты, музыкант или шахтер, ты мужчина, и ты должен стать на их защиту. Мы, музыканты, с самого начала спецоперации отложили свои музыкальные инструменты, ноты, и в числе первых пошли защищать нашу землю и наших близких. У нас не было боевого опыта, но у нас всегда была надежда на победу. И победа у нас будет одна победа, одна на всех. Сегодня артисты Луганской филармонии на один вечер вернутся к своей мирной профессии. Вместе с Полиной Агуреевой и хором дважды краснознаменного ордена Красной Звезды, академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Деревья не растут, и только мы к плечу к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уводит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и с
значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Отпуска и орла, война нас довела. На самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы со ценой не постоим. Одна на всех, мы со ценой не постоим. Огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. А сейчас даже не песня, призыв, символ нашей специальной военной операции. Шаман! Встанем! Еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем, и ближе к ним станем. Станем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
Друзья мои, нас сейчас с вами смотрит вся страна. А ну давайте шумно, громко поприветствуем всех и скажем еще раз огромное спасибо всем нашим защитникам Отечества. Спасибо! Спасибо! Наши ребята на передовой сейчас очень нуждаются в нашей поддержке. Наши теплые слова, наша помощь, которую мы собираем всей страной, говорит о том, что народ и армия едины. Это не пустые слова, это то, что сейчас наши ребята там на передовой чувствуют как никогда. Они знают, что сердце каждого гражданина нашей страны бьется ради них. Встречайте! Участники специальной военной операции. Среди них летчики, пехотинцы, артиллеристы, десантники, танкисты и моряки. Капитан второго ранга Руслан Гусейнов на территории подконтрольной противника. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». Father, our Father. And this is something that is close to every person. We say motherland as well. We talk about family. We talk about something big, powerful, and something that is also close to the heart of every person. It's the motherland, it's family. But generally speaking, motherland and family within our heart is the same thing. We have these people, we've got people to the left, to the right. There are people who are making this decision for themselves to defend the most sacred, the most dear that we have. The dearest thing, it's the family and the motherland. And today, in this special military operation. Today we're here to celebrate, but I've just heard from the highest military command of our country that right now there is a fight going on our historical borders for our people. And the same brave men as we have here, they're fighting over there. In a heroic way, in a brave way, and we are proud of them. We are proud of them, and in their honor, let's say, hooray, three times. They should hear our call. They are supported by the whole country, and that means that everyone who is doing it is also a defender of the motherland. These are medical workers who are helping our soldiers to come back. These are doctors, nurses. These are, of course, employees of the defense sector, transportation sector. Everyone is involved. All of you here who have come here to support our soldiers, thank you.
This is even children, children who are writing their letters to support the military. This is very important. And when we are protecting our interests, our people, when we are protecting our language, culture, our territory, everyone, all of our people are defenders of the motherland. And we thank them from the bottom of our hearts. And I congratulate you on the coming holiday, the day of the defender of the motherland. The anthem of the Russian Federation. Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа. Ура! Россия! Все мы знаем, то, что сейчас происходит, непременно закончится победой. Потому что наша сила в правде. Победа будет за нами. Слава нашим защитникам Отечества! Спасибо вам и низкий поклон!
правда застыла на устах и в холстах. И несомненно, Пиранези был прав. Мариуполя много героев и подвигов, и вот один из них. Кавалер ордена мужества Антон Филимонов, командир морской пехоты с позывным «Рокот». В Мариуполе он подорвался на мине и потерял ногу, но уже восстановился и вернулся обратно на передовую и самостоятельно прошел 16 километров. Здравствуйте! Он сегодня с нами, друзья! Вам слово! В жизни у всех случаются различные ситуации, но на этом она не заканчивается. Нужно брать все в свои силы и идти вперед. Хочу сказать слова поддержки всем тем, кто сейчас находится в сложной ситуации. Ведь главное для себя нужно ставить цели и идти к ним, несмотря ни на что. Антон, мы гордимся вами. Мы рады, что у нас такие настоящие защитники Отечества. Да, друзья? Спасибо всем вам. Спасибо. Война – это тяжелая мужская работа. Но на ней без женщин никуда. Особенно таких, как младший сержант Кристина Ким. Кристина Ким – медсестра из Тулы. Ей всего 27. Ей посвящают стихи, поют песни, рисуют картины. На своих плечах эта девушка под шквальным огнем противника вынесла с поля боя 12 взрослых мужчин-десантников. Многие, конечно, удивлялись, как можно 12 человек, потому что на тебе броня, на тебе каска, на тебе все обмундирование. И на нем то же самое. Ты можешь максимум только добежать до него, доползти до него. И когда все это стреляется, когда это все взрывается рядом с тобой, не обращаешь даже на это внимания. Кристина Ким не только ежедневно под свистом пуль и разрывами снарядов оказывает самую важную, первую помощь, ну и как ассистент хирурга проводит сложнейшие операции. Мы оказываем помощь всем, там военным, но и детям, и бабушкам. Но медики – это цель для ВСУ. 7 лет она работает в военном госпитале 106-й дивизии ВДВ. Как и другие десантники, она отлично стреляет из автомата и прыгает с парашютом. С 20 лет сюда пришла, и сразу меня поставили на пост постовой сестры.
С начала спецоперации на счету младшего сержанта Ким сотни спасенных жизней. Не только военных, но и гражданских. Когда ты находишься в боевых действиях, это даже не решение, это не выбор. Это просто сразу действие. Я ни грамма не пожалела о том, что выбрала такую профессию. Никто, кроме нас. Слова командира ВДВ Ивана Старчака, произнесенные под Москвой в годы Великой Отечественной войны, стали девизом всех десантников. Никто, кроме нас. Это еще и про всех военных медиков, которые, как Кристина Ким, служат Родине во имя жизни. Потому что на войне врачи вторые после Бога. С нами младший сержант, медсестра 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск Кристина Ким. Указ о награждении Кристины уже подписан, и в ближайшее время ей вручат государственную награду. Кристина, вам слово. Здравствуйте, друзья! Наша задача – это спасать жизни людей. А цель – мирное небо над вашей головой. Там, где боль, страдания. Я поняла для себя, что слабости там мест нет. Мужество наших бойцов, их сила духа заставляет нас действовать и идти только вперед. И мы должны объединиться в одно целое, чтобы спасти страну и уберечь наши жизни от опасности. Мужчины, женщины, дети, борьба идет за жизни каждого из нас. Сюда никто не придет и не сделает эту работу за нас. Я от своего лица и лица всех наших солдат, от всего сердца хочу поблагодарить каждого, кто в нас верит и поддерживает. Мы победим! Спасибо большое! Смотришь на вас и радуешься, что у нас такие люди в стране. Вот это наша главная ценность. Люди, которые живут в нашей с вами стране. Во время Великой Отечественной войны броню фашистских тигров и пантер сжигала наша советская самоходная установка ИСУ-152. А солдаты называли ее просто «Зверобой». Группа «Зверобой» — наша победа! Войну. Там, где
наши князья и цари города возводили, где под красными звездами деды спасли новый мир. Вдруг военные лаборатории дрянь расплодили, повелел на нас бросить чуму мировой рэкетир. Замышляют грязные руки грязную бомбу. Своры натовских псов обнаглев поползли на восток. Сколько страшных находок осов схоронил в катакомбах. Значит, так суждено, подведем их бесславный итог. Мы закончим эту войну нашей победой. Мы развеем вечным огнем свою черную тьму. Тот, кто ящик Пандоры открыл, пожалеет об этом. Мы придем навсегда, победим и закончим войну. Закончим войну. Вами. Слава защитникам Отечества!